Привет, друзья! Находимся в процессе создания веселой детской композиции из воздушных шариков и хотели бы поделиться с вами некоторыми идеями. Начнем! К композиции у нас есть несколько требований. Она должна быть мобильной и устойчивой, поэтому сделаем ее на небольшой стойке. Для изготовления стойки нам понадобится грузик. Ссылка на мастер-класс в описании, как его сделать. Кстати, очень легко, так что добро пожаловать. И нам понадобится 8 круглых зеленых 5-дюймовых шариков. Из круглых шариков сделаем 2 четверки. Только одна будет большего размера. Для этого нам надо определить размер и завязать шарик. Ссылка на мастер-класс «Как завязать шарик без нитки» также в описании. И следующая четверка будет меньшего размера. Давайте сделаем эталон. Вот. И также завяжем шарик. Итак, друзья, нам надо наполнить 3 шарика воздухом больших, в общей сложности 4, и 4 маленьких. Работаем. Шарики готовы. Теперь свяжем их между собой по 2. Сделаем 2 узла. Вот, друзья, у нас получится 2 двойки. И вот связываем. И теперь соединим их между собой, меняя соседние шарики местами. И четверка готова. Это будет верхний сегмент. Таким же образом делаем и нижний. Свяжем шарики между собой. И теперь соединим, меняя соседние местами. Вот у нас получится 1 четверка. И на нее мы ставим следующую четверку. Теперь хвостики свяжем между собой. Кстати, друзья, у нас уже в понедельник открываются детские садики. Так что детки в понедельник пойдут в садик. Вот стойка. И, конечно же, для того, чтобы наша композиция была устойчивой, необходимо прикрепить грузик. Так, напомню, что ссылки на мастер-класс «Как завязать шарик без нитки», «Как сделать грузик», кстати, «Как закрепить шарик на палочке» — все-все-все полезности в описании. Так что заходите и задавайте обязательно вопросы. Готово! Готово! Теперь сделаем цветок. Для изготовления цветка нам понадобится 1 желтый круглый шарик, 5-дюймовый, 10-дюймовый. Все зависит от того, какого размера будет цветок. Дальше 2 длинных шарика тонких размером 160 и 1 размером 260. Желтый шарик пока откладываем в сторону, а эти шарики наполним воздухом и оставим хвостик. Достаточно длинный, примерно на 8 пальцев. Вот, друзья, какой длинный хвостик. Как обычно, спустим воздух и завяжем шарик. Наполним воздухом оставшиеся шарики и будем делать
Супер цветочек. Шарики готовы. Теперь будем делать следующее. Да, друзья, оставили мы хвостики длинные. Вот. Свяжем хвостики между собой. И красного шарика в том числе. Ну вот, я в одну руку возьму красный с синим. И попробую все это вместе быстро связать. Вот так. Готово. Делаем следующее. На синем шарике делаем два элемента bubble twist. Зажимаем левой рукой. На следующем синем шарике делаем такие же два элемента bubble twist. Теперь прикладываем и перекручиваем для того, чтобы закрепить. Вот. И сразу же делаем лепесток из красного шарика. Определим размер. Скрутим шарик. И можно, друзья, взять, здесь руками зажать и просто перекрутить. Вот. И у нас готов первый лепесток. Далее делаем следующее. Снова на синем шарике делаем на одном два элемента bubble twist. На втором два элемента bubble twist. Вот так. Прикладываем их друг к другу, перекручиваем шарики и делаем лепесток. Определяем размер, скрутим шарик. И можно еще таким образом здесь придержать, а красный шарик обвить вокруг. Вот. И таким же образом закрепиться. Давайте еще один вместе сделаем, да? Как мы уже сказали, чем больше будет круглый желтый шарик, тем больше лепестков вам необходимо сделать. Нам очень нравится эта идея. Здорово так получается. С одной. Раз. Два. Прикладываем и перекручиваем. Далее. Определяем размер третьего лепестка, скрутим шарик и перекрутим. Ну, нам удобнее так. Правой рукой зажимаем, а левой перекручиваем. Вот у нас будет три лепестка, поэтому сделаем еще три таких. Ну, правда же, друзья, легко и просто. Работаем. Встретимся, когда сделаем 6 лепестков. Сделали 5 лепестков. Давайте вместе закончим. Сделаем 6-й и свяжем хвостики между собой. Так, скрутим шарик. Раз, два. Еще раз. Раз, два. Теперь ой, плохо. Сейчас мы быстренько переделаем. Все складываем. И здесь тоже делаем последний, 6-й лепесток. Вот так. Зажимаем, перекручиваем. И все. Готово. Прям гусеница какая-то, да, получается. Так, теперь нам необходимо спустить воздух и завязать хвостики, чтобы шарики не сдулись. Вот, спускаем воздух.
придерживаем, чтобы тут ничего у нас не развязалось. И связываем хвостики между собой. Вот так. Сразу излишки срежем. И теперь, как вы догадались, мы объединяем это все в кольцо. То есть нам необходимо подвести вот это сюда, а это сюда. И связать хвостики. Сейчас, друзья, и здесь хвостики взять и связать между собой. Вот так. Так. И теперь расправим шарики, что у нас где здесь перекрутилось. Синие внутрь, а красные выдвигаем наружу. Вот. 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 Здорово. Правда же, и делать это не очень сложно. С одной стороны и с другой. Все расправим, чтобы было ровненько. Так, ну что, друзья, давайте наполним воздухом желтый шарик. Сделаем серединку. Так. Пускаем воздух до нужного размера, но так, чтобы он довольно плотно вошел в цветочек. Завяжем хвостик. Вот так. Теперь прикрепим вот сюда. Обовьем несколько раз и вставим внутрь. Так, здесь расправим. Ну, класс! Как мы хотели, так и получилось. Здорово, держится очень крепко, хорошо. Можно такие штуковины подвесить как-то, да, придумать. Еще можно солнышко таким образом делать. Ладно, не будем отвлекаться. Можно ничего не рисовать, но нам хочется нарисовать глаза и улыбку. Как всегда, делаем это перманентным маркером. Вот, друзья, на наш взгляд получилось очень весело, правда? Теперь давайте сделаем стебель из зеленого шарика. Скрутим шарик раз, второй раз сделаем элемент пинч-твист, один. Теперь еще раз, раз, складываем, оттягиваем пальцами правой руки, перекручиваем. Это будет второй элемент. Здесь воздух перераспределим к хвостику, чтобы стебель был ровным. И прикрепим. Вот у нас удачный хвостик. Обовьем сегменты и спрячем. Супер! Давайте с другой стороны. На всякий случай вот эти красные, синие хвостики можно смело обвивать хорошенько, тем крепче будет это все держаться. Вот. Так.
Ну, здорово получается, держится замечательно. Кстати, можно ее ребенку вручить и так. Будет весело, будет бежать, болтать ею. Дети всегда так рады на праздниках этим шариком, что иногда кажется, что ему просто шарик надуй, такой, как палочка, и то будет весело. Ну что, друзья, теперь этот цветок надо прикрепить к основанию. Так, вот наше основание. Вот. С грузиком, да, как мы сделали. И теперь мы прикрепим столько цветочков, сколько нам необходимо. Надо определить длину цветочка. Вот, допустим, этот мы на всю длину. Здесь вот так завяжем. Несколько раз перекрутим. И прекрасно будет держаться все. Ну вот, дорогие друзья, что у нас получилось. Маленькая бабочка. На всякий случай ссылки на мастер-классы будут в описании. Три цветка веселых. На стойке. Да, и листик такой интересный. Ну, надеемся, что сегодняшняя идея вам понравится. Пишите, с удовольствием ответим на все ваши вопросы. С уважением, Ромашка-клоун. Добро пожаловать на наши каналы и сайты. Ссылки будут в описании. Пока! Всем хорошего настроения!